Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале «Сад, огород своими руками». И сегодня я хочу продолжить рассказ о выращивании балконных томатов сорта «Линда». Эти растения, которые вы сейчас видите перед собой, были посеяны 12 января. Сегодня 11 марта. То есть можно сказать, что прошло 2 месяца с момента посева. С момента, когда мы маленькие семечки, которые трудно даже было рассмотреть, опустили в землю. И вот как сейчас выглядят эти растения. Смотрите, обратите внимание, утолщенный, развитый, хороший ствол, крепкий. Растение не потянутое. Лист ярко насыщенного зеленого цвета. Развитие хорошее, не заостренное, не смотрят вверх, что сигнализировало бы о недостатке некоторых элементов питания. Притом, при всем, эти растения были подкормлены всего-навсего 2 раза самым простым, самым доступным для нас удобрением комплексным нитрамофоска. Больше никакие химические препараты на этом растении не работали, то есть не применялись. Я считаю, развитие растения очень хорошее, но сейчас их пришло время пересадить, то есть сделать перевалку. Потому что в маленьких стаканах, в которых они растут, им уже будет тесно. И сейчас мы вместе с вами эту операцию и проведем. Для того, чтобы не занимать ваше время, я уже подготовительные работы провел. То есть я наполнил стаканы, горшки, в которые мы будем пересаживать. Вы видите их перед собой. Вот в эти горшки мы будем пересаживать вот эти наши растения. Итак, пересадку сделать легко и просто. Все это заключается в следующем. Друзья, ну, как я сказал уже, что я горшки подготовил, то есть они уже наполнены почвой, нам осталось только сделать на всех этих растениях перевалочку. Легкую, не утруждающую нас процедуру, операцию. Вот, мы вытаскиваем горшочек, в котором сейчас растет наш помидор, наш томат. Это подготовленный горшок. Как видите, я прикопал немножко горшок, в котором это растение растет. И теперь мы легко и просто делаем, просто вот так вот вытряхиваем земельку. Обратите внимание на корень развития. Ему уже, правда, здесь тесно. В маленьком стакане, в котором оно росло, ему уже тесно. И поэтому мы делаем просто и легко. Раз, все, мы посадили. Никаких проблем с этим нет. Все, растение растет. Точно так же мы повторяем со всеми остальными. Но вам, конечно, придется, чтобы так сделать, просто подготовить немножко, как это сделал перед съемкой видео я. Второе растение. Но единственное, что надо очень аккуратно вынимать из этих стаканов. Перед этим полить, конечно же. Корень связывает уже почву вокруг себя, но тем не менее... Если при недостатке полива, если почва будет сухая в стаканчике, в котором растение растет, то ком земляной может рассыпаться. Если же мы увлажним и пересадим прямо вот этим комом, то растение вообще абсолютно не почувствует перевалки. И будет продолжать расти, развиваться ускоренными темпами. Конечно, томаты, которые мы 2 месяца назад посеяли, кажется, что это медленно, скорости никакой развития нет. Это не огурцы. Огурцы развиваются намного быстрее, и огурцы, посеянные примерно в это же время, ну, на 10 дней раньше, мы уже пробовали, уже срывали. Томаты развиваются дольше, поэтому состояние у них еще такое, что они даже не зацвели. Но я уже вижу зачаточки бутонов, которые непременно скоро зацветут. При учете, что растение всего 25 сантиметров высотой, сорт Линда, еще раз повторю, то уже недолго осталось ждать до появления цветения. А там, как следствие, и плодоношение. Обязательно покажу, какие плоды будут на этих томатах. Ничего скрывать от вас не буду. Друзья, специально, если обратите внимание, 2 типа горшков. Большие горшки побольше и поменьше. Ну, как бы разница ощутимая. Я хочу показать вам просто, что особой разницы
между растениями не будет при выращивании и в таком горшке, и в таком горшке. Потому что все заключается в том, что растение не настолько большое, не настолько мощное. И ему хватит, в принципе, питания. Главное, чтобы была плодородная почва. Здесь не подмешаны никакие минеральные удобрения. Здесь только органика. Здесь перегной, торф, песок и чернозем. После того, как мы сделали перевалочку, заметьте, не нарушив корневой системы, потому что, развиваясь в этих стаканчиках, корневая система абсолютно не нарушилась при перевалке. Можно полить. Иногда бывает такой момент, когда корни доходят до предела своего развития. Если им некуда развиваться, то есть два варианта, как поправить дело. Или пересадить в большой горшок, что мы сейчас и сделали, или начинать подкармливать какими-то удобрениями. Мы пересадили. И за счет этого сейчас корневая система и, как следствие, наше растение получат дополнительное питание и будет дальше продолжать нормально развиваться без применения всякой химии. Вот, друзья, собственно, и все, что я хотел сказать в этом видео сегодня. Я не забыл о том, что обещал показать вам именно сорт Линда, унизанный помидорами маленькими. Вот, и обязательно этот момент наступит, но всему свое время. Желаю вам удачи в выращиваниях.